вам, уважаемые радиослушатели! Вы слушаете еженедельную христианскую радиопередачу «Месси Фрейнштимы», целью которой является распространение благой вести о спасении в Иисусе Христе. Мы сердечно приветствуем вас Словом Божьим из Псалма 118, стих 18. «Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего». Дорогой слушатель, молись Иисусу, и Он непременно откроет тебе, что жить по заповедям Небесного Творца непременно лучше, чем блуждать в этом мире и не иметь покоя от ноши греха. Но мы желаем вам иметь Божий мир и любовь в ваших душах. Дорогой радиослушатель, все мы знаем, что если мы что-то хотим приобрести, нам необходимо иметь деньги, чтобы заплатить за эту вещь. Но сегодня мы хотим предложить вам более выгодное предложение и приобрести то, за что заплачено уже многие годы назад. А что именно, вы узнаете в этой передаче, тема которой является «Купить без серебра».